Hello everyone, здравствуйте, 9 класс. Сегодня мы с вами продолжаем изучать грамматическую тему, это прямая и косвенная речь. И тема нашего сегодняшнего урока это вопросы косвенная речь. Прежде чем мы с вами начнем эту тему, давайте вспомним табличку, которую я вам раздавал на прошлом уроке, как изменяются времена, когда мы переводим прямую речь в косвенную. Итак, прямая речь, direct speech, present simple. В косвенной речи будет меняться на past simple, present continuous, на past continuous, present perfect, на past perfect, past simple, на past perfect, future simple, на would плюс глагол в начальной форме и can будет изменяться на could. Вернемся к теме нашего сегодняшнего урока. На упражнении номер один мы сейчас вместе с вами разберем, как правильно переводить вопросы прямой речи в косвенную речь. Правило, по сути, остается то же самое, что мы делали с утвердительными и отрицательными предложениями. Мы будем использовать эту табличку. Итак, первый вопрос. Direct question. Прямая речь. Вопрос. What did you feel about the match? What did you feel? Это у нас past simple. Что ты чувствуешь об этом матче? Как ты ощущаешь себя и так далее? Смотрите. Past simple у нас будет изменяться на past perfect. Смотрим вопрос. I asked my friend, я спросил своего друга, what she had felt about the match. Что она чувствовала? What she had felt. Had felt это у нас past perfect. Формула образования past perfect можете посмотреть в таблице 16 времен. Она у вас у всех есть. Это глагол have в прошедшем времени, то есть had, и плюс третья форма глагола. Следующее. Возвращаемся к прямой речи. Вопрос B. Have you ever been on match before? Это у нас present perfect. Ты когда-нибудь был на матче раньше? Смотрим, как будет изменяться вопрос. Мы знаем, что по табличке present perfect будет изменяться на past perfect. She asked me, она спросила меня, if I'd, I'd это значит I had ever been on match before. Изменили present perfect на past perfect. И третий вопрос. Are you members of any protest organizations? Are you, это у нас глагол to be в настоящем времени, это у нас present simple. Соответственно, в вопросе он изменится на past simple. Another officer asked. Другой офицер спросил нас, if we were members of any protest organization, являемся ли мы членами какой-то протестной организации. У нас present simple are поменялся на past simple were. Вот таким образом необходимо делать вопросы из прямой речи в косвенную. Сегодня у вас два задания, упражнение номер 2 и упражнение номер 3 письменно. Упражнение номер 2 достаточно легкое. Вам необходимо выбрать правильный глагол. Давайте с вами разберем первое. I met a man in London who asked me. Я встретил человека в Лондоне, который спросил меня. Whether I knew или know where Big Ben was. Человек в Лондоне спросил меня, знаю ли я, где находится Big Ben. То есть по логике вещей в прямой речи это у нас present simple. Но в косвенной речи это будет past simple. То есть вторая форма глагола whether I knew where Big Ben was. И так далее. Самостоятельно выберите, запишите циферку и правильный вариант ответа. Ну или давайте еще одно разберем. I met a man in London who asked me. Я встретил человека в Лондоне, который спросил меня, if I had been there before. Был ли я там раньше? То есть в прямой речи это будет вопрос, ты был когда-нибудь на Биг Бене, да? Это должен быть по логике вещей у нас present perfect. Поэтому в косвенной речи это будет past perfect. If I had been there before. Вот таким вот образом записываете цифры и правильный ответ. Ну, также, ребят, запишите, пожалуйста, переводы этих предложений, чтобы я знал, что вы с ними работали и понимаете, о чем они.
Дальше, следующее, третье упражнение. Вам необходимо написать из прямой речи вопросов, сделать косвенную речь вопросы. И здесь у нас дан образец. We, John. То есть мы спросили Джона о чем-то. Have you ever broken the law? Ты когда-нибудь нарушал закон? Это у нас present perfect. По табличке нашей с вами, по правилу, он будет меняться на past perfect. Смотрим ответ. We asked John if he had ever broken the law. Мы спросили Джона, нарушал ли он когда-нибудь закон. То есть have you ever broken present perfect поменялся на past perfect. If he had ever broken. Следующее. Пирс. Мария. Пирс спросил Марию. When did you lose your bag? Где ты потеряла свою сумку? Соответственно, если у нас здесь past simple, то вопрос у вас будет в past perfect по табличке нашей с вами. Пирс asked Maria when had she lost, третья форма глагола, her bag, ее сумку. Вот таким вот образом выполняете и составляете вопросы present perfect. В конце урока, как закончите, скиньте мне фотографии вашей тетрадочки, я проверю ваши работы, посмотрю, как вы поняли сегодняшнюю тему, и выставлю вам отметки в кундилик.